Всем привет! Сегодня мы с вами разберем узор из японского журнала. Вот такой ажурный рисунок, связанный крючком. Итак, для начала нам нужно набрать 19 воздушных петель. Для образца нужно набрать. И плюс 3 воздушные петли подъема. То есть это 22 петли. И в четвертую петлю с краю, то есть это мы 3 петли для подъема уже отступим. И вот в четвертую петлю нам нужно сделать 3 столбика с одним накидом. Один, два, три. Внизу нам нужно отступить по воздушной цепочке 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И в шестую нам нужно связать 4 столбика с накидом. Отсюда начиная и 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую вяжем. 1, 2, 3, 4. Дальше идут 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в третью петлю цепочки основания нам нужно присоединить столбиком без накида эти воздушные петли. Снова 4 воздушные петли. И теперь у нас 2 столбики с накидом через 2 воздушные петли в третью, 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Сейчас нужно пропустить 1, 2, 3, 4, 5 петель на основной цепочке из воздушных петель и снова связать 4 воздушные петли в одну петлю. Ой, 4 столбика с накидом в одну петлю. Вот отступаем и четыре. Теперь для подъема вот здесь мы вот, я решила вот так вот сделать схемку вот отсюда, но с края, если посмотреть, то 3 воздушные петли для подъема и 3 столбика с одним накидом в петлю основания, в петлю предыдущего ряда. 1, 2, 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и 4 столбика с накидом вот в край, в самую крайнюю вот петельку. 1, 2, 3 столбика с накидом. Следующее у нас, нам нужно присоединиться вот сюда, вот в вершинку. Нам нужно связать
4 столбика с одним накидом. То есть это вот мы связали, получается, вот это. Нам нужно вот присоединиться 4 столбика с накидом. Один, два, три, четыре. Следующий у нас идет цепочка из 1, 2, 3, 4 из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и присоединяется вот к предыдущему столбику без накида. Вот. Присоединяем столбиком без накида. И снова 1, 2, 3, 4, 5 петель. Вернулись назад, вернее, вернулись, ну, к ряду, к своему, и вяжем дальше снова вот верхушечку этих столбиков. Нам нужно связать 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Дальше нам нужно присоединиться вот сюда, к самому краю уже. 4 столбика без накида. Ищем, где у нас. 1, 2, 3, 4. Связан второй ряд. Дальше ряды у нас поменяются. Сначала мы вяжем 3 воздушные петли подъема и 3 петельки, 4 воздушные петли присоединяем вот в верхушечку столбиков вот с накидом. В общем, продолжаем. 1, 2, 3 воздушные петли подъема, вязание поворачиваем. 1, 2, 3, 4 воздушные петли присоединяем вот сюда. Вершиночка у нас, или как назвать, соединение столбиков с накидами. Присоединили столбиком без накида. Снова 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Нужно нам присоединиться к верхушечке сюда. И столбик с накидом. Нам нужно их связать 4. 1, 2, 3, 4. Теперь пропускаем. Вот у нас это вот ажурненькое получится. И 4 столбика с накидом вот сюда вот нам нужно связать в верхушечку предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. Дальше у нас следует 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, которые присоединяются столбиком без накида вот сюда. Снова 1, 2, 3, 4 воздушные петли и присоединяются в самый край уже.
столбик без накида. Ой, столбик с одним накидом. Дальше у нас идет три воздушные петли. 1, 2, 3 воздушные петли. И теперь 5 воздушных петель. То есть 8 петель нужно набрать. 1, 2, 3, 4, 5. Нам нужно присоединить вот столбиком без накида сюда. 1, 2, 3, 4, 5 снова петель, и они присоединяются вот к верхушечке столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. Рисунок у нас получается смещается через 2 ряда. И теперь столбики без накида. Столбики с одним накидом. 4 столбика с одним накидом вот сюда, в верхушечку. 1, 2, 3, 4. Снова 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И присоединяем вот сюда, где у нас столбик без накида был. Тоже столбиком без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И присоединяемся мы вот сюда столбиком с накидом. Столбик с накидом. Здесь отступаем 3 петли, чтобы было как подъем. И столбик с накидом для поднятия на следующий ряд. Вот у нас что получается. Такой рисунок. Давайте я еще рисую. 1, 2 ряда получается свяжу. Посмотрим, как оно получается. 1, 2, 3. Здесь у нас уже сменилось, и идут столбики с накидом по 4 столбика. Здесь у нас 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Присоединяем вот сюда. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Соединяем сюда столбиком без накида. Дальше 1, 2, 3, 4 воздушные петли, идут 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Теперь вот сюда в верхушечку еще 4 столбика с накидом. Смотрим, где у нас 3 воздушные петли заканчиваются, и в пятую. Три, 4.
1, 2, 3 петли подъема. И сюда идут 3 столбика с одним накидом. Самое неудобное это, конечно, когда набираем самый первый ряд. Просчитать самое важное, а здесь уже, здесь теперь у нас идет 5 воздушных петель. Четыре, пять. Соединяем столбиком без накида. Одна, две. 3, 4, 5. Сюда верхушечку. Четыре столбика с накидом связали. И сейчас вот сюда верхушечку будем. 1, 2, 3, 4. Вот у нас рисунок какой получается. Еще вот для ровности рисунков я делаю так. Я сюда так вот его весь подрастянуть по диагонали, получается, немножко и в ту, и в другую сторону. И вот они уже более ровные рисунки. На темном фоне вот такой рисунок. Вот такой у нас узор с вами получился. Ажурненький. Всем спасибо за внимание. До свидания.